Всем привет, друзья! Не так давно мы с вами с помощью микроши 3000-го плавили металл. Мне очень понравилось, как работает этот индукционный нагреватель. Но, к сожалению, примерно за 12 плавок, точно не помню, больше 10 это точно, вот что случилось с графитовым тигелем. Я так понял из ваших комментариев, плюс я еще немного почитал, что это расходный материал. Очень много вы советов дали, как защищать тигли. Люди используют жидкое стекло, сушат. Ну, короче, много способов. Но сегодня я хочу пойти другим путем и попробовать изготовить самодельные тигли из различных материалов. Вот, прикупил болваночку, не пожалел денег. Это жаропрочная нержавеющая сталь H23N18. Также в токарном уже установлена болванка из чугуна. Очень трудно было ее найти. Почему-то в Ростове трудно купить кругляк чугунный. И еще один тигель я изготовлю из обычной стали. Поищу болваночку. У нас должно получиться 3 тигеля из различных материалов. И мы посмотрим, способен ли микроша 3000 в них плавить металл. Мне очень интересно провести этот эксперимент. Надеюсь, он будет удачный. Просто не хочется тратить на тигли приличные деньги. Я понимаю, что это расходный материал. Я заказал на AliExpress несколько графитовых тиглей. Но пока они идут, мы проведем время с пользой. Давайте посмотрим, что получилось. Вот такой тигелечек, аккуратно из нержавеющей стали. Как правильно отрезать нержавейку, меня научил мой друг Игорь на самых низких оборотах. Отрезал сначала вот таким советским резцом ВК-8, немного утончил державку, чтобы подходила под мой резцедержатель. Отрезал, насколько позволил мне резец, ну и дорезал до конца уже своим любимым резцом, который я приобретал на AliExpress. И, кстати, обратите внимание, пластину я переточил, сделал ее очень острой, потому что стандартная заточка с покрытием плохо резала. То есть, смотрите, я убрал вот эти закругления, которые препятствовали резанию. На более серьезных станках, более жестких, наверное, эта пластинка режет хорошо. Также вот эти стружколомы, вот эти вот боковые, позволяют отрезать без разбивки. Но с нержавейкой у меня такой фокус не прошел. Одну пластинку я сломал, после чего вот так переточил. Кому нужно, друзья, ссылка на вот этого красавца, на мужской резец, будет в описании под видео. Сразу видно содержание углерода в заготовке. Даже на глаз выглядит и блестит, как графит. Ну и когда потрешь, палец как от карандаша пачкается. Вот они, красавцы, все 3 тигля готовы. Первый у нас стальной. Нержавеющий. Специально сделал проточку, заказал на AliExpress щипцы специальные, чтобы можно было вынимать из индукционного нагревателя и удобно выливать. И последний, третий, чугунный.
Именно в такой последовательности я и буду их испытывать. Больше всего надежд я, конечно, полагаю на чугунный тигель. Надеюсь, в нем получится расплавить даже медь. Итак, друзья, начинаем наши эксперименты. Вставляю нержавеющий тигель. Выставляю нагрев на максимум. Буду засекать специальное время, сколько потребовалось для нагрева каждого тигеля. Также, насколько нагрелся каждый тигель, буду делать включения периодически и показывать. Прошло 5 минут, и за это время нержавеечка нагрелась не сильно, но уже, видите, цвета побежалости пошли. Такой желтый, а внизу немного красноватый там оттенок. Греем дальше. Но я вам скажу, что графитовый тигель за это время уже красный был. 10 минут, друзья, прошло. И смотрим, нержавейка раскалилась до красна. Не знаю, какая это температура, градусов, наверное, 600. Ну, думаю, еще подожду 5 минут и буду закидывать алюминий, первым будем плавить. 15 минут прошло. Ай, какое красное все. Ну, я думаю, можно кидать алюминий. Видно уже, как алюминий начал плавиться. Но это не может не радовать, друзья. По-моему, алюминий расплавился. Да, жидкая фракция. Можно вылить. Итак, поехали. Опа. Так, ребят, ну и сразу промежуточные выводы. Греется нержавеющая сталь очень долго. Алюминий, конечно, расплавило, но на это потребовалось 25 минут. Так что латунь здесь даже пытаться не буду расплавить. Пробуем дальше. Ставим тигель из обычной стали. 10 минут прошло. Ну, второй тигель стальной гораздо быстрее разогрелся. Так, ребят, ну, явно он справится с алюминием. Давайте попробуем латунь сразу зачислить. Прошло почти 25 минут. И смотрим. Есть, ребят, латунь. Расплавилась. Ну, давайте я добавлю еще, чтобы более-менее объемчик был нормальный. Но это уже победа, я вам скажу. Я уже очень доволен. Латунь, короче, свободно можно плавить в стальном тигле. Все нормально, это не кобальт, это цинк, но у нас тут вытяжка и проветривается помещение, так что все нормально. И в респираторах мы еще троем. А третий кто? Ай, красота. Ну, на все про все у меня ушло 30 минут, чтобы расплавить такое количество латуни. Конечно, это не быстро по сравнению с графитовым тигелем, но уже маленькая такая победа. Ну, я думаю, за часик весь тигель можно расплавить, в принципе. А может и быстрее. У нас еще тут очень плохая напруга в мастерских. Ну и, наконец, тигель, на который я полагаю самые большие надежды. Чугунный тигель. Тигель разогрелся через 10 минут. Этот тигель также справится с латунью. Мне интересно, расплавит ли он медь. Загружаю. Итак, друзья, прошло 30 минут. В прошлый раз я проверял на 25 минутах, и медь еще не была расплавлена. Ну что, проверяем. Есть, друзья. Ну что, я могу вас поздравить. Это победа. Медь мы расплавили. Ну что, буду плавить дальше.
пока не расплавлю хотя бы пол тигля. Замучился я плавить медь, честно говоря. Давайте выльем. Ай! Ай! Что ты наделал? Эпик фейл. Короче, что-то я заработался сегодня и вылил медь в алюминий. Ну, ты, конечно, молодец, можно так сказать. Расплавить-то мне удалось, но занимает, конечно, дикое количество времени. По сравнению с графитовым тигелем, очень-очень медленно. Вот лежит медный слиточек. Итак, друзья, я хочу подвести итоги сегодняшнего эксперимента. Хуже всего себя проявил тигель из нержавеющей стали. Но я так и думал, потому что содержание железа в нем гораздо меньше, чем в остальных тигелях. Далее мы испытали тигель из обычной стали. Достаточно быстро он нагревается. С алюминием этот тигель справился бы очень легко и справился с латунью. Медь, я думаю, не удалось бы в нем расплавить. Ну а в чугунном тигеле мне удалось расплавить даже медь. Правда, на это потребовалось очень много времени. 1:20 я все это дело плавил. Значит, с алюминием и с латунью он бы справился достаточно легко. Конечно, подольше, чем графитовый тигель, но все равно. И смотрите, какой интересный эффект. Этот тигель тоже выгорает. То есть углерод окисляется, и со временем этот тигель тоже износится. Чугунный кругляк достаточно дорогой. Я отдал несколько тысяч рублей за него. Так что, в принципе, я думаю, не стоит заморачиваться. Если нужно сэкономить, то можно легко воспользоваться тиглем из обычной стали и плавить в нем алюминий или латунь. Вот такие выводы. Я думаю, если бы у меня в наличии был микрошер помощнее, а напомню, такие есть в семействе, среднечастотные и высокочастотные, то даже в железном или чугунном тигеле мне бы легко удалось расплавить медь. Но это мои такие предположения. А так, в принципе, я и этому очень-очень доволен. Я надеюсь, что сегодняшнее видео с экспериментами вам было полезно и понравилось. Если да, поддержите лайком. У меня на сегодня все. Всем пока, скоро увидимся. И используйте правильные тигли в правильных местах.